с очень важной темой экономика, потому что на самом деле вот контекст мы поняли уже, да, и российский, и европейский, и украинский, это очень важно для того, чтобы мы понимали, какие, что нужно учитывать для того, чтобы нам творить теорию, творить и как теорию превратить в реконструкцию, а не деструкцию. И, конечно же, Леонид Федорович со своими замечательными умозаключениями, наблюдениями для этого является идеальным спикером. Леонид Федорович будет выступать, потом ответит на вопросы, потом Андрей. Вот. И тогда мы потом уже делаем паузу и будем дискутировать. Леонид Федорович, пожалуйста. Ну, вообще, сколько у меня минут, чтобы... Да, минут 84. 84,5. Ну, в отличие от многих, я просто жил как человек, не прибегающий к необходимости зарабатывать деньги. Всю жизнь у меня не было такой необходимости искать работу, считать, сколько тебе заплатят. Все получалось так, как оно и должно получаться. Работай, ну не работай, а самореализуйся. Процесс самореализации в разных системах, он заслуживает разных материальных и прочих результатов. По этой причине приходилось выступать в лекции в Киеве, в Москве, в Петербурге, и в Пекине, и в Вашингтоне, и в других городах. В общем, так, достаточно все это было интересно, и самое главное, никто не мешал думать. Вот по своей специфике, институт, потом аспирантура, потом преподавание. Наверное, это идеал того, как можно жить. Я имею в виду, что мне повезло. Андрей Александрович, повезло. Я никогда не искал объявления о работе, где работа. Я никогда не звонил, говорю, слушайте, вам не нужен экономист. Не, не надо. Сами приходили, сами говорили. Поэтому я начну с того, чтобы ввести вас в этот круг проблем, который мы обсуждаем. Он, собственно говоря, не такой сложный, потому что в основном все наши проблемы, они будут связаны с тем, они были связаны, будут связаны с тем, что мы недостаточно были развиты как нация, как определенное сообщество. То есть индивидуальном отношении Беларусь не была лидером среди стран Советского Союза. Но, скажем, если брать даже экономическую теорию, то в Беларуси в основном поступали диссертации по экономике труда, вот тогда ЭКИПа, вот, и по экономике сельского хозяйства. То есть у нас экономическая наука, она была трудовая, аграрная. Собственно говоря, те, кто занимались чисто экономической теорией, это, вот, это были ведущие вузы Москва, Петербург, кстати, Ростов, Тадану, Веда. Вот. А в Беларуси этого не было. Белорусская интеллектуальная элита, она не сформировалась. И, как говорил Богданович, так сказать, откровенно, ну мы же деревенские профессора. Я никогда с ним на эту тему не спорил. Действительно, так оно и есть. И, в принципе, многое, в общем-то, исходит из того, что я, например, не считаю, что процессы развития Беларуси, они являются эволюционными, являются, скажем, последовательными, потому что в свое время, когда приходилось смотреть, как развивался Советский Союз, то вы, может быть, помните, не только Советский Союз, а вообще вся система общественного и социального выбора, то, что называлось социализм. Социализм – это неплохая вещь, абсолютно неплохая вещь. Ужас. Еще Бисмарк говорил, что я бы тоже стал социалистом, только у меня для этого нету государства. Русского народа. Нет, это зачет вопроса. Вот я сначала задаю вопросы, а Бисмарк, это же Бисмарк, так? Да, что вот. А он говорит, я тоже стал бы социалистом, но у меня для этого нету времени. Понимаете, какая тонкая правда, да? И вот то, что касается этого социализма, ну, этого социализма, нашего социализма, то смотрите, что происходило вот за те годы, когда уже мы стали работать в рамках социалистического некого модуля. 56-й год, это Венгрия, то есть происходит процесс, связанный с деструкцией.
сама теория социализма, теория Маркса, она была достаточно логична, достаточно последовательна. То есть она более последовательна, чем либеральная концепция. Потому что либеральная концепция, все идет вне времени. Можно делать, вот надо делать свободно, это. Вот. Но 56-й год показал, что в одной стране, в Венгрии, происходит, в общем-то, мощный такой импульс по неприятию того, что делалось. Плюс добавляем 12 лет. Какое это будет? Что это будет? Это Чехословакия. 12 лет и очередная, так сказать, очередная бифуркация. То есть опять начинается вот то, что делала власть, ну не важно, там коммунистами делали, с кем там, так сказать, в общем-то. Хотя чешские коммунисты были больше социал-демократы. И тоже происходит дебифуркация, то есть происходит взрыв, происходит такой небольшой отрыв системы. Вот это я все говорил где-то в 78-м, в 80-м году, читая лекции преподавателя. Я им это говорил, вот они философы, там, экономисты, все, так сказать, доценты, профессора. Они меня смотрели, ну что такое зиблик? Что он такое говорит, да? Вот. Потом добавим еще 12 лет, что это будет? Афганистан. Да нет, Афганистан. Да, это еще. Польша. Это Польша. Польша. Очередная Польша. Точка разлома. Польша. Понимаете? И дальше, вот дальше, когда это там 80-е, когда говорю, и дальше я обращался к аудитории такой вот, научно фундированный, так сказать, профессорской. Говорю, Сергей, а что будет дальше? 92-й год. Кто следующий, так сказать? Пуще 93-й. И я. Нет, ну, почти. В науке 100 лет туда-сюда. Кстати, когда в Китае работал, там действительно, когда жить, вот там 5 лет, 10, 15, китайцы мыслят там 100 лет, 50 лет. Это нормально вообще. Думать о больших пространствах. И, конечно, в то время я и не мог назвать, что это будет Советский Союз. Для этого надо было быть слишком умным или слишком диссидентским. А я был заправлен, это шутно. И вообще-то я не думал, что Советский Союз так грохнется. Ну, это, в общем-то, все это произошло. И с точки зрения, скажем, теоретической оценки у меня это возникало. А следующая точка бифуркации когда будет? Украина. Совершенно верно, номер 4 Украина. 16-й год. 2016 год. Что-то произошло? Ну, практически, если посмотреть на 2016 год, то Беларусь стала проседать. Вот сейчас, если мы смотрим на Беларусь, то относительно спокойное такое развитие, ламинарное развитие 2016 года по отношению к 2015, 2016 года, чуть раньше, с 2014, пошли процессы тоже деструкции экономического пространства, и Беларусь вот за два года она упала, ну, 37% в минусе, то есть на 40%. Белорусская власть, белорусские эклектики политического любого толка, они всегда, ну, на чем базировалась концепция, так сказать, в общем-то, районной номенклатуры, которая пришла к власти. В 1994 году в Беларуси власти пришла номенклатура районного уровня. Это тоже можно объяснить и понять, потому что в Беларуси все кадры, все, что было более-менее ценно, оно уходило в центр, в Москву, в Питер, ну, в Питер меньше, включая и партийные элиты, включая и, скажем, научные элиты. И в 1994 году номенклатура районного уровня, которая стала у власти, она не обладала знаниями, ни теоретическими, ни какими другими. Поэтому сразу сработал стимул, что надо восстанавливать старые хозяйственные связи. Ну, вы знаете как, есть такие мужчины, которые приходят к своим женщинам и говорят, давай восстановим наши старые связи. Она смотрит, думает, да у меня уже 6 таких, как ты, за эти 2 недели. Только твои старые связи, да?
И вообще никогда не старайтесь восстановить старые связи. Это неинтересно. Это глупо. Вот Ярослав Человек знает, он никогда не останавливает. Новые связи. Как Далилия вчера сказала, как-то шикарная фраза. Нововведение. Вот. И это иллюзия была, иллюзия, на которую попались многие люди, но таким же иллюзионистом стал Ярослав Вячеславович, когда он пошел на президентские выборы. Я не знаю, зачем это он делал, но мы ему не советовали. И он, так сказать, пользуясь интеллектом партии, сформулировался, что сохраним лучше. Я же говорю, что там лучшего было? Что он там лучше сохраняет? И добавим что-то к этому сохраненному лучшему, добавим что-то еще и сделаем. Ну, в общем-то, моя мысль простая, еще ничего сохранять не надо. Надо нормально думать, надо формировать нормальные, тенденции, поддерживать то, что будет работать на перспективу. А то, что касается Беларуси, то Беларусь – страна с удивительным социальным колоритом. Почему? Потому что Беларусь, вот все последнее время, вот были две в Советском Союзе страны, где социальные факторы и некая социумная, аттитюдная такая бэкграундность. Надеюсь, что никто не понял. Надеюсь, никто не понял. Кто будет о чем подумать? Ну, кстати говоря, я обычно читаю лекции преподавателя, поэтому я спокойно вот в этой, так сказать, дефинитивной среде работы. В принципе, главное настроить инструменты эти вот и действительно. Вот. А у белорусов ведь возник очень сильный когнитивный диссонанс, когда страна осталась одна. То есть куда идти, что делать, как делать, так сказать, вот это стало проявляться выученная беспомощность. Если мы видим выученную беспомощность на примере там, студентов, детей, вот самый классический пример, это белорусские выпускники вуза. Ну и выученные беспомощные совершенно такие вот. Мальчики, может быть, симпатичные иногда бывают. На пляже и вне его, так? Но с точки зрения, скажем, инициативности, с точки зрения своего собственного персонифицированного эго, они ничего не хотят, не умеют или как-то. Но эта тема более интересная даже. Так вот, то, что касается белорусов, у белорусов были очень сильные, мощные, скажем, аттитюды социального равенства. То есть с точки зрения распределения бюджета и социальной политики в Беларуси сложилось, до сих пор работает так. Половина белорусов получает социальный трансфер. То есть здесь у нас население делится на две категории. Первая – это то, что та часть, которая привыкла к социальным трансфертам. Они эти вот, пенсии, там какие-то пособия, что-то вот такое, что-то, им надо дать что-то, понимаете? Они, ну хоть там какой-нибудь продовольственный набор, там, помните, как говорили, там, пакет гречки, шпроты баночка и курица за рубль 60. Вот. И это людей устраивало, хотите купить его. Мы просто делаем выше цены на эти кур, там, шпроты, хотите, нет, не хотят, дай нам этот пакет, не пакет, как он называется. Поем, да. Заказ. Поечный. Вот. И поэтому уж 50%, ну, когда Тоня Морова была министром труда, она мне говорила, Лёнь, ты знаешь, по-моему, больше, мы там считали где-то под 73, под 75% белорусы живут на трансфер. Вот. И для того, чтобы трансферты были, надо где-то брать деньги. Вот. И Александр Григорьевич Лукашенко, вот он, понимаете, он с двумя этими, так сказать, столкнулся с теми, кто получает трансферты, и те, кто зарабатывает. Ну, бизнесмены зарабатывают деньги, поэтому вы работаете на эти социальные трансферты. И это феномен Беларуси. Она, в общем-то, построена вот на этом. И если посмотреть, то есть раскол. Вот с точки зрения материальной, есть раскол среди белорусского населения. Половина из них ждет «дай», а половина должна заработать. И, понимаете, они друг друга не любят.
Особенно не любит та, которая дай. Ну не любит, потому что предприниматель какой-то. Все что, предприниматель, да, а что у тебя, да? Ну-ка там отдай мне в виде чего-то. Как строили алмаз знаний, знаете, да? В Беларуси. 300 миллионов долларов, это библиотека, национальная. Я не знаю, зачем она вообще нужна была. Потому что когда на тему я писал, я стал врагом руководства Белорусской национальной библиотеки всей этой. Я написал, что только люди со странным сознанием могут поставить библиотеку между кладбищем и коттеджами новых русских. Как раз посередине. Белорусский. Ну, Ярослав знает лучше, но у белорусских, да. Ну, место, потом библиотека. Ну, вообще это могли придумать люди, которые никогда не работали за рубежом. У меня вся жизнь прошла, я работал в библиотеках национальных, и в Берлине, там, и в Пекине, и в Вашингтоне, и где-то во все города. Вот. Библиотека, национальная библиотека, она должна быть в центре. Она должна быть в центре, она должна быть близка к университетам, близка к тем, кто вообще пользуется, хотя я сейчас пользуюсь библиотекой только для того, чтобы познакомиться друг с другом. Там девочки, мальчики, хочешь познакомиться. Знаете, кинофильм смотрели «Москва слезам не верит». Девочки, одевайте очки, строгий костюмчик и прямо в библиотеку, и там сразу найдете, понимаете? Потому что лопухи там сидят. Уже не знаю. Куда придешь, места много, людей вообще разные. А вы же еще не знаете, я почему же там враг у меня в библиотеке, в смысле всего руководства библиотеки. Потому что когда много времени, вот делать нечего, что ты начинаешь компанию. Неужели это так? Вот стал смотреть на структуру фондов, книжных фондов Беларуси, 70% книжных фондов сформированы в период Брежнева. Вот там вся идет макулатура такая. Причем я просто выбирал, скажем, тему там безопасность. Безопасность там смотрел, значит, и там оказывается по безопасности. Так как у нас центр Восток-Запад и центр стратегия, то, конечно, тема безопасности является одним из ведущих, ключевых. И там, значит, такие книжки хранятся, и брошюры. Безопасность маломерных судов. Безопасность на предприятиях машиностроительного комплекса. Понимаете, кому эти книжки нужны? Это библиотека национальная, центральная, там макулатура, 70% макулатуры, плюс еще что-то. После войны очень мало осталось источников, и ставить библиотеку туда, ну, это единственное, кто меня поразил, что он себя туда деньги вложил, 200 тысяч долларов. Вы знаете этого политика. Кто мог из политиков 200 тысяч долларов, зарубежных политиков, вложить в белорусскую библиотеку национальную? Юнков или Шков какой-нибудь. Кто? Да нет, это американец. Зюганов? Да. Да. Зюганов. Видов? У него 6 внуков. Чего ему? Что купил бы по машине, детям. Вы знаете, кто вложил? И наши мерзавцы там даже таблички не поставили. Саддам Хусейн. Отдал лично 200 тысяч долларов на то, чтобы библиотеку застроили. 200 тысяч Саддам Хусейн. А что вы молчите? Ну, прекрасно. Ну, прекрасно, деньги дал на библиотеку, что белорусы были умнее, там, или как-то еще. Чего стесняются? Стесняются. Но когда собирали деньги под эту библиотеку, я помню, там по телевидению шел большой марафон, и там самое забавное было, значит, шел листинг того, кто был деньги, там, значит, было написано, Витебская психологическая больница, там номер один, там, 50 тысяч рублей и так далее. То есть все собирали от шизоидов, да, так сказать. Ну, библиотеки нужны. Библиотеки, конечно, как некая фундаментальность нужны, но они сейчас уже несут такой нагрузку. Почему я об этом говорю? По той простой причине, что белорусское общество, когда сформировалось и когда развивалось, то оно практически не генерировало своих собственных идей, связанных с социальной, с экономической политикой, с политикой демографической и прочее. А где эта штучка? Давай. Да? Вот. Извините.
Вообще, с 91 года, когда вдруг Москва и там Киев, деструкцию Советского Союза, конечно, в большей степени сделала Украина и Киев. Они были... Прошу прощения, можно одно маленькое замечание? Наши друзья просто в Голландии сейчас должны уезжать. Они просто хотят с нами попрощаться, потому что, ну, дорога не терпит. Там нас этого. Поэтому... Sorry to interfere. Sorry. Прошу прощения, что... I have to leave. Thank you, and thank you for having us here the last 2 days. We're going back to Minsk now and then to the Netherlands, huh? You know, we can only be here for 5 days. We got kicked out. Дело в том, что они сейчас в Минск уезжают, а потом как бы в Голландию, потому что они бы дольше были, но 5 дней ограничения больше не позволяют. But I hope next time I will be in Belarus, I will see a lot of reforms, I will see you in all important places to make those reforms happen. Я думаю, что в следующий раз, когда приеду, здесь будет больше реформ, и вы будете делать все для того, чтобы эти реформы произошли. Приезжайте раньше. А когда? Come early. Yeah. No, через три. You make the reforms and I come back, yeah? Вы делаете реформы, а я возвращаюсь. So thank you so much for hosting us the last 2 days. Спасибо большое, что вы были нашими как бы хозяевами, управляли гостеприимство. Yeah, we've heard a лот of interesting talks. We've heard a lot of interesting stories also from you individually, so thank you so much for that. И у нас было разное много историй, в том числе разговоров с каждым из нас индивидуально. Those I played volleyball with, you were great. Волейбол вообще молодцы, потому что вы супер. Вы стали победителями. So also Yaroslav, thank you so much for having us here, for taking for care of us. For giving you some lessons in volleyball. Yes, thank you for that too. Мне пару слов. Перепала. So, best of luck for the next coming days as well. I hope you enjoy the remaining 3 days here. Да, 3 дня, которые мы будем вместе проводить здесь. Поэтому спасибо большое. And I'm looking forward to reading the summaries and seeing the pictures and whatever all on Facebook and. С терпением жду фотографии, описания и всего того, что последует за нашим. So enjoy and I hope to see you again. И все, до новых встреч. У нас будет группа белорусских представителей парламента общественности в Голландии. Будут выступать перед голландцами и говорить, как надо сделать из страны Савец. Вот, поэтому... Поэтому вообще в Беларуси, конечно, теоретическое знание, оно было странным образом такое вот закупленное. Хотя философская школа хорошая была у нас, такой философ Степин. Он был заведующий в университете, и когда началась перестройка, то его москвичи избрали директором Института философии Российской Академии Наук. Вот, очень сильный философ. Потом Анатолий Алексеевич создал ЕГУ, Европейский гуманитарный университет, тоже философ вместе с Володей. Вот. Ну, я думаю, что сейчас он скорее сожалеет о том, что он сделал, потому что университет перебрался в Вильнюс, а там законом Литвы они стали обычным, серым таким провинциальным вузом, потому что, скажем, литовцы не ожидали того, что, вступив в Евросоюз, они будут слегка прибалденены, так сказать. Специалисты из комиссии Евросоюза, они, оказавшись в Литве, анализировали ситуацию в сфере образования, интеллекта, и самое интересное, вот литовцы молчат, а я люблю вот такие всякие штучки-дючки, когда на одной из конференций спросили, а какие этнические группы более всего высокообразованы в Литве? То есть процентное отношение к тем или иным группам населения, там, белорусы, русские, украинцы, самый образованный, самый высокий удельный вес лиц с высшим образованием был у евреев и армян. Ну, эти литовцы, они вот мы литовцы, мы такие там, ну что, армяне, евреи, образованные, обычные.
Что, не хотите учиться, вот такие прилуповатые, да? Вот. По Беларуси тоже цифры такого типа интересные. И литовцы, попав под, так сказать, обстрел Еврокомиссии, европейцы им сказали: слушайте, литовцы, вы готовите инженеров больше, чем вся Германия. Я присутствовал при этих всех, так сказать, но они сидят в Еврокомиссии, приехали, им говорят, что у вас слишком много инженеров, и вам надо закрывать инженерные специальности. Там мой коллега, профессор, да, вот надо, пошли их подальше всех. Что они хотят, чтобы вы просто взяли и свернули вашу систему высшего образования? Тоже мне прогрессивные ребята приехали. Да, ну, вы готовьте специалистов, инженеров, и они могут по всему миру разъезжаться, и школа сохранения, так сказать, определенных научных направлений. Я могу только привести один пример. О собственной судьбе. Вот у меня научный руководитель был один Павел Чуваров, специалист по многопрофильным, так сказать, социальным наукам. И я был его аспирант по времени первый, Леонид Рейков. Вторым аспирантом был Иван Янишевский. Но потом, когда началась вся эта бифуркация, он был руководителем группы советников премьер-министра. Смотрите, вот третий аспирант был Андрюша Тур. Он был замминистра экономики, потом замглавы администрации, рано горел. Вот. Но все равно, вот три аспиранта, там, Иван, я, там, мы на виду. При наличии там 800 преподавателей в этой сфере, вот. А еще одна аспирантка была, Лина Лебедько, она работала в Академии в Горках и преподавала, учила экономические теории Александра Григорьевича Лукашенко. Лина, что ты наделал? Что ты там преподавала? Куда ты? Ты что там набытворяла? Она говорит, ну что там, ну, я знала, что ли там. Он ходил, скромный такой, приходил, ну что, приходил, очень такой приятный, очень такой. Педагогическая или в Горках она преподавала? Вот, приносил с собой яблоки, говорит, ну, преподавателям яблочко пускай покушают, как сказать, вот. Отравленные. Не, ну, хороший, но человек там работал в разных секторе, так сказать. Вот. Поэтому, конечно, что-то могло получиться, но там пускай будет 2, 3, 4, 5 человек, это невозможно изменить. Когда началась работа по формированию какой-то самостоятельной и целостной Белоруссии, так, значит, у нас были такие направляющие рельсы. Это Валютный фонд и Всемирный банк. И, кстати, я первый представитель Международного валютного фонда был представитель из Голландии. Очень скромный, очень приличный такой мужчина. Вот. Очень, так сказать, вот, голландский экономист. Потом были представители, как-то на первый план вышли представители Всемирного банка. Я с ними постоянно работал, и во Всемирном банке, и прочее. Вот. И что я обнаружил вот, и в Вашингтоне, и здесь, что вообще, в принципе, они ничего не понимали по Беларуси. Абсолютно. Особенно, когда в Вашингтоне, там, на уровне вице-директоров этого банка, вот, они думали, что Беларусь это вот такая, как... страна аграрная, как Африка, они, вот я с ними обсуждаю, там, что Беларусь, вот, а что Беларусь сделать? Ну, нужны инфраструктурные проекты, скажем, они это делали, деньги дали, развитие лесопромышленного комплекса, лесу. Я говорю, слушай, Беларусь предприятия, лесы, там, военно-промышленные, крупные заводы, транспортные, там, автомобильные и прочее. Они вообще на это смотрели как-то вот, как тупо так, знаете, как. А зачем? Ну ты вообще не понимаешь. Что за проблемы такие? Что за страна? Потому что так на расстоянии это все воспринималось. И дальше то, что касается рекомендаций по Беларуси, там финансовая стабилизация, приватизация и еще очень сильный Антон, какой еще третий был тезис? Стабилизация, макроэкономическая стабилизация и структурная реформа. То есть приватизация. Что-то там такое, но. В разных документах по-разному указывается, но
Да, о приватизации. Они сначала наставили на приватизации и думали, что приватизация что-то изменит. Потому что были настолько тупые, что не понимали, что приватизация это будет просто форма смены политической власти, то есть конвертации политической власти в экономическую. Вот провели в России приватизацию. Все. Значит, все там секретари обкомов, дети их там прочее стали директорами банков, хозяевами и прочее, прочее, прочее. Так? Вот. Они думают, что это все будет идти как-то вот так красиво, так по западному, по голландскому пути, там, или еще швейцарскому. Вот. Поэтому в отношении Всемирного банка МФ, в принципе, как говорят наши девушки, он меня так и не понял. Они до сих пор не поняли. Мне уже приходилось смешные вещи, так сказать, в Вашингтоне фиксировать, когда ученый из Индии рассказывал, как надо проводить демократизацию отношений на предприятии. В Челме я пришел из Индии, приехал там. Ну, это так интересно было, ну, в общем, лежать можно было, да? Вот. Или, скажем, приходил математик из университета, по-моему, Джордж Тамасков, и он читает 4 часа лекции, читает вот наши, там, экономисты и прочее, а смысл которой на оставшиеся 2 минуты лекция посвящена тому, как лучше платить автомеханику до завершения работы, то есть когда вы машину пригнали, или после того, как он отремонтировал. И он математически на 6 досках доказывал самому себе, потому что мы уже в это время сидели и смеялись. Что лучше платить по завершению работы. Понимаете, это гениально, так сказать, вот это 6 часов службы, объяснения там. Вот. Ну, так как, в принципе, люди мы были приличные, поэтому выражали ярко такого, так сказать, восторга на эту тему. Вот. И в отношении того, какая теоретическая модель или что делать, из чего исходить, это, в общем-то, никаких не было предпосылок. И я помню, когда где-то в году 93-м еще был Кибич, мы встречались с ним, я был тогда представителем Центра Восток-Запада, Национального центра стратегических инициатив, и мы пошли вместе с Толей Моисеем, еще там, Дима Кулахов, мы пошли ему сказали, Вячеслав Иванович, сидишь в какой-то компании, так сказать, каких-то засахаренных, старых, так сказать, партийно-хозяйственных работников, причем на хозяйственные работники. Вы знаете, что в нашей элите было 3 категории умнейших и наиболее успешных людей. Вы на что сидели, нет? Первая категория – это партийные работники, это была элита номер один, партийные работники, все это. Выше уже не бывает, только партийные работники. Так? А второй, похуже был, второй сорт – это были хозяйственные работники. Второй сорт. То есть те, кто на партийной работе не справлялся, или там, может быть, где-то залетел, так сказать, или там что-то еще там, за границей, так сказать, девушку обнял на ненужное место, там, всякое бывало, так? А вот третья еще категория была. Военные с оружием, они вообще вне категории, вы что? Профсоюзы. Совершенно верно. Третья категория была профсоюза. Это называлось кладбище партийных работников. Это уже все. Когда ты полностью провалился во всем, так ничего, тогда идти в профсоюз, ну там, правда, путевки, это, ну, в общем-то, жить можно, и так красиво и прочее. Вот, кладбище партийных работников. И у Кебича была экономист, Кебич сам инженер. Хороший мужчина такой, в принципе, я вот сколько посещал разных руководителей, начиная от президентов соседних стран и прочих, но у Кибича была самая симпатичная секретарша. Я всех полюбил. Понимаете, и когда он там написал в мемуарах, что он семьянин, и я понял, что все врут. Все Кибичу врут, да? Вот, она такая была беленькая, как кошечка, вся такая вот, с такими голубыми глазами. Вот. И, ну, а как так работает? Он поэтому и бил, и отдыхал. Ну, скажет, Вячеслав Иванович, вот смотрите, вот у меня есть там где-то 10 экономистов, молодые профессора, мы вам предлагаем следующее. Мы отбираем в правительстве человек 20-30 молодых талантливых людей, мы их забираем с собой на месяц,
под Минском завозим пансионат, закрываем все двери, и мы их натаскиваем на макроэкономической теории, мы натаскиваем на макроэкономике концептуально и механизмах управления. Он говорит, да, Леонид Федорович, а мне тоже интересно, кого вы отберете теперь. Ну ладно. И дальше, еще не было президентских выборов, только должны были через полгода быть президентские выборы. Ну вот смотрите, мы готовим команду, то есть вы, если пойдете там президентские выборы, конечно, пойду, вы куда же пойдете. Вот, то у вас будет группа хорошо подготовленных специалистов, потому что одному идти в правительство — это глупо. Мы все убедились. Ну даже на примере Андрея видно, что он один пошел, и как пошел, и вышел. Да? Вот. А на самом деле надо идти командой. То есть у нас уже тогда созрело представление, что надо идти, так сказать, такой группы, которая будет. И тогда же, рассуждая на эту тему, мы предложили, что пускай это будет определен такой статус единицы, как государственный советник. Вот мы эти вот там 10-15 человек, но кроме этого еще юристов, так сказать, там были молодые юристы, там, фигибисты и еще какие-то, да. И это в статусе государственных советников, они не претендуют на должность там министра и прочее, прочее, это не надо. Но они обладают знаниями, они обладают интеллектами, они будут сосредотачиваться на тех или иных программах, на тех или иных действиях, скажем, ту же самую приватизацию там, или осуществление, скажем, реструктуризации экономики. Когда в Беларуси правительство все берется за реструктуризацию, их много там. И я помню, был еще членом экспертного совета в конце 90-х годов. Как выглядела работа? Вот подготовить, скажем, национальную концепцию внешней стратегии Беларуси. Ну, естественно, приходит, ну как приходишь, и вот, так сказать, надо сделать. Был вице-премьер Костиков Николай Николаевич, умнейший, порядочный человек. Вот, он рассылает, первый вице-премьер рассылает по министерствам бумагу, чтобы подготовить свои предложения по внешнеэкономической стратегии. Ну, я думаю, сейчас напишут, посмотри, интересно. И что вы думаете, присылают там в министерство по 50, по 100 страниц макулатуры, абсолютно ничего. Там есть все. Чем отличается белорусское правительство от других? Так сказать, вот, так как они любой вопрос, они рассмотрят со всех точек зрения. Абсолютно. Любой вопрос, и они все включат. Все, что не нужно там, ну, нормальный человек, просто у него крыша появится, читать все, растеряется. Вот как депутаты, ему тоже приносят бюджет белорусский, там, на год, а там 400, там 800 страниц, это все прочитать, это одно, а разобраться в это другое. А в этом бюджете там такие были замечательные вещи, мне приходилось экспертировать белорусский бюджет, там, скажем, это проходило, потому что ну, сам министр финансов не читает. Ну, скажем, там есть статьи финансирования значит, организации, интегративных организаций там, России, Белоруссии, там, скажем, совместная система ПВО. И вот когда смотрим бюджет, там где-то на финансирование совместной системы ПО было там $260 заложено, что-то в таком духе. Ну, министру говорю, слушай, ребята, ты хоть смотрел этот бюджет? У нас совместное финансирование противовоздушной обороны $260. И вот где-то там через несколько дней была конференция НАТОвская, делали, я туда приезжаю и говорю, что НАТО, чего вы боитесь? Я вам смотрите, данные привожу на $260. Мы такая миролюбивая страна, и тут вообще у вас ничего не будет. И, кстати, я в то время к ним обращались и говорили, ну только закрывайте надо, что за проблема. Ну, Варшавский договор закрыли, все тут все, так сказать, вот. Они прямо говорили, ну, ребята, ну как-то мы закроем, у нас работа, у нас, так сказать, наша должность, все. Ну, они были в ужасе, мы НАТО не можем закрыть, вы что? Да вы что, мы убийцы, самоубийцы? А эти взяли, закрыли Варшавский договор, ну хорошо. И в отношении вот белорусского бюджета там вещи, конечно, были замечательные, он такой большой, но я говорю о том, что прочитать, а бюджет белорусский подсовывает парламентариям там за один, за два, за три дня до его принятия. То
вообще, это полная шизофрения, в этом разобраться, там, ну, можно разобраться, когда ты уже не первый день сидишь, читаешь и все. Но одно дело, скажем, если вы смотрите бюджет Федеративной Республики Германии, она небольшая книжонка, и там все есть, включая пенсии адмиралам и генералам. Там. То есть все такие целевые вещи, которые нужны для понимания ситуации, это все есть. Так? Ну и на самом деле, в общем-то, все, что касается экономической политики, это стало настолько, скажем, стохастичным, что когда Лукашенко стал президентом, и вот Андрей Николаевич где-то выдвинул, да, Андрей Николаевич, да? Помните, мы тогда встречались в Бресте, и вы были, по-моему, Олег Вита был, и Маша Арбатова была главная женщина в России, которая знает, что такое женщина, понимаете? Да, и тогда вот приехали, у нас из Минска был Петр Андреевич Капитула, он был советником Лукашенко, потом была Антонина Петровна Мурова, она стала потом министром труда, Андрюша Турова, замминистра экономики. Вот. Ну, в общем, короче, все выбились в люди, что называется. Все выбились в люди. Все выбили. Но. Кто же еще? Но номенклатура. Все, они туда вот как-то, так сказать, вошли в это все. Ну, а дальше они начали пускать пузыри. То есть там невозможно. Андрей, что ли, Федорович, ну, ты понимаешь, если бы ты знал, как это все, так сказать, как это трудно просто достучаться или... Ну, хорошо, если советник президента, тут есть какой-то шанс там, что-то сказать. Но мне Капитола рассказывал, что с Лукашенко он сидел там, и по вечерам они думали, на что сделать ставку в Беларуси, на какие отрасли экономики. На какие, хотя к этому времени мы тоже уже там какие-то подготовили бумаги, писали, что вот отраслевое, так сказать, вхождение в региональную мировую экономику невозможно, у нас будет просто точечное там теми видами иными производства, скажем. Вот, и надо расставаться с иллюзией о том, что Беларусь может там войти. А ведь предложения какие-то там, льно, производство льна. Мы входим в производство льна. Потом была такая мощнейшая стратегема, это я называю такое бриджофилия, это мостостроительство, то есть все литовцы, латыши, украинцы, белорусы, они все ездили на Запад и говорили, мы мост. А когда я был в Германии, немцы мне говорят, слушай, вот только что приезжал из Литвы тут пару министров, и они все время говорили про какой-то мост между Россией. Тут еще ваши приперлись тоже с этими мостами какими-то. Вот. Но, понимаете, а что еще говорить? Мост. Мы будем мостом между этим, ну, оказались под мостом вообще, по существу. Ну и там тоже неплохо, знаете. Там тоже неплохо. Короче говоря, с такой концептуализацией какой-то развития Беларуси ничего не получилось. Хотя мне приходилось участвовать, и там Лукашенко, скажем, первая просьба была, это разобраться в том, что происходит с белорусским рублем. То есть Александр Григорьевич где-то после выборов президентских возникла такая ситуация когнитивного диссонанса. Он перестал понимать, почему вдруг российский рубль стал в два раза больше обладать покупательной способностью, чем белорусский рубль. Ну, понимаете? Почему? Что же такое-то? Что произошло? Мы попросили сделать анализ, прочее. И даже сказали, что, Леонид Ильич, у вас там будет человек 10 из КГБ. Любую информацию, мы вам пистолет давать не будем, но у них есть, да? Можно будет добыть. Ну, я сказал, дайте, пожалуйста, данные там по валютной бирже, как торговали, там, предложения, спросы, прочее. И вот тут началось самое интересное. Там молодые ребята создали валютную биржу, они ходили с телефонами, у них там все было, так сказать, хорошо поставлено. Ну, мне приносят вот такую где-то рукопись на бересте, где там зеленым карандашом, красным что-то нарисовано, или что-то внесли. Говорит, а это вот у нас данные нашей валютной биржи о том, как... Ребята, вы что, болтаете, что ли? Как вы работаете? Что у вас есть? Но самое интересное, что в конце 94-го года валютные ресурсы Беларуси были на уровне там 1 300 000 долларов. Плохо. Цены миллион. Обалдеть можно. Цены миллион. Ну, потом же до 80 сразу выросли. Нет, слушайте дальше. Я никому не говорил, только рассказал потом
Богданкевичу, потому что, ну, просили, чтобы это было сделано конфиденциально, как говорится, так. И, как я смеюсь, обычно был как засекреченный физик-ядерщик в этой сфере, там, сделал анализ, все, подготовил. Мне говорят, Александр Григорьевич, тут слишком сложный термин у нас пошли. Макроэкономическая политика, норма сбережений, денежный мультипликатор. Встречается у нас группа из Всемирного банка с белорусским правительством. Они мне рассказывают, что вроде как вместе работали, все. Они, слушай, приехали в область. И мы смотрим, мы принесли меморандум, а белорусские чиновники его читают, и какие-то у них отрешенные лица. А потом они находят какую-то фразу, какую-то позицию, и сразу просветляются. Они это знают. Вот. Ну, а дальше уже наш, что идет заседание, вдруг выбегает один из наших вице-премьеров в этот самый из комнаты обсуждения, и помощник говорит: ребята, что такое дефлятор? Что такое дефлятор? Они мне уже 5 минут так вот дефлятор и говорят. Что такое? Ой. Кто знает, что такое дефлятор? Семейный этим не пользовался. Да. Не, ну время было веселое, скажем. Были такие ситуации, когда советник Лукашенко пил мне Владимир Владимирович, что вечер говорит: скажи, а сколько министерств в Польше? Я говорю: так позвони Марку Домбровскому, он тебе все расскажет, если чего. Тоже свой человек, все так сказать. Вот. Ну, сидят, обсуждают. Но дело доходило до того, что, в общем-то, возникла задача формирования своей налоговой системы, то как сделали? Сказали: вот вы, ребята, есть там, не мне, конечно, да, посмотрите, сколько и какие налоги в Европе. Они там посмотрели, значит, где-то около 40 налогов. И вот примем это, будем как в Европе. И 40 налогов будет, да? Министерств, я говорю, не делайте больше 12 министерств. И почему? Ну, говорю, потому что много будет, они же друг друга даже и лицо знать не будут, не говоря уже о другом. Ну, вот это все происходило, это было все на таком натурном уровне. И, конечно, здесь, скорее, я думаю, так, что Лукашенко, когда на это все посмотрел, Лукашенко сначала слушал, кого-то там, кто-то слушал, потом с ним стал отказываться. Вот, потом и он сразу перестал слушать и международные организации. Ну, там были вещи, конечно, уникальные, когда я помню, в Москве тоже коптил время с группой Всемирного банка, там какие-то две встречи. То говорю: девочки, а что тут делать, какие проекты по Всемирному банку, по России? Ты знаешь, вот, значит, Всемирный банк решил профинансировать строительство завода противозачаточных средств из России. Один из первых проектов. Необычайно важно, понимаете? Необычайно, вот так сказать, вот то, что надо, так сказать. Лукашенко об этом сказал, что, а что они нам предлагают? Тоже построили, давайте. Гоните их типа. Ну, Всемирный банк прислал итальянского экономиста Марио Мути. Платил ему 100 тысяч долларов в год. Он видел Лукашенко 1.5 раза. Один раз, когда походил по коридору, и один раз, когда его ознакомили, представили. Ну, это вообще не практическая история. Вот Ярослав Турченко. Марио Мути не знал, что ему делать, и мы его пригласили на одну из конференций по третьему пути. Он, конечно, весь сразу испугался, потому что какой для Беларуси третий путь? Какой третий путь? Он решил, что это социал-демократический. Мы не стали спорить, потому что итальянцы из итальянцев, мужчины очень такие темпераментные. Вот. И из тоталитарного социализма мы попали в такую стохастику. То есть здесь уже шло то, что называется таким прикладным действием. Лукашенко одну из первых встреч собрал своих по выборам. Не знаю, как сказать, компаньонов там, или сподвижников. Вот Александр Григорьевич мне нравится, он никогда не говорит, что у меня есть команда. Когда я говорю: Александр Григорьевич, а вот ваша команда. У меня нет никакой команды. Почему все? Какая команда ему нужна, да? Никакой команды. Вот, он их собрал и спрашивает: друзья, что такое рыночная экономика? Вы знаете? Никто не знает, что такое рыночная экономика. Я так хочу, да, мы выпендриваемся. Будем жить и будем работать, как знаем. Никакой рыночной экономики.
Значит, во Всемирном банке расстроились, и помню, тогда они думали, слушай, Зарика, ты там, значит, общаешься с Людмилой Лукашенко, предложите Александру Григорьевичу, мы будем проводить семинар, пригласим всех реформаторов всего мира там, ну, класса, и только его на 3-4 часа. Мы будем рассказывать, как делали реформы в Чили, там, так сказать, где угодно, в Восточной Европе. Вот. Ну, я передал эту просьбу. Лукашенко отказался. Ну, сидит там, слушай. Тогда, значит, они пошли дальше из Всемирного банка, из АМФ. Наверное, слушай, Зайка, а давай пригласим его сыновей. Вот для того, чтобы сыновья его пришли, а мы будем проводить этот семинар. Мы все расскажем. Они что же потом папе расскажут, все такое, да? Но сыновья тоже побоялись, и мне стало понятно, что вообще эти вещи делать не надо. То есть Александру Григорьевичу надо, ну, что-то простое, ясное говорить. Вот. А в отношении того, что делать, он просто понимал, что надо делать, как и работали раньше. Как работали раньше, то есть если он руководил совхозом, то Беларусь тоже может быть как совхоз. Работает абсолютно четко, дисциплина, назначать руководителей. Посевная, это вообще посевная и уборочная, это для Белоруссии, я бы сказал, это как для американцев было полет на Луну. То есть это общее рациональное увлечение, такая цель, там, прочее. И доходило дело до того, что принимались президентские декреты там, по посевной, и потом меня просили, знаешь, вот ты напиши, что не сделано и что вообще, так сказать, не удастся сделать. Вот я такую матрицу там по этим постановлениям написал, сказал, что это абсолютно не нужно, это вообще так. Ну там такие вещи были, там четырехкратное кормление механизаторов. Это было расписано по всей стране, кому отвечать за кормление механизаторов. Понимаете, какие я испытывал интеллектуальные муки. Что же это такое там? Как же их кормят, что-то еще? Ну, короче, эта вся мелочевка, она проходила. Вот. Ну и кому чего это научило? Никому чего не научило, потому что элита очень быстро сориентировалась. У нас два нефтеперегонных завода. Вот, быстренько подсели на российскую нефть, где-то до 40% всего экспорта нефтепродуктов, включая Голландию. Голландцы говорили, нет, мы здесь ни при чем. У нас два таких партнера было по нашему покупке нашей нефти, это Голландия и Великобритания. Два партнера. И третий был какой-то вот такой субъект непонятный. Немцы все время покупали у нас чистой нефти, вы знаете, что в Беларуси залежи чистой нефти, просто они покупали у нас на миллиард долларов, немцы покупали чистой нефти каждый год. Каждый год покупали и говорили, мы осуждаем тоталитаризм и авторитаризм. Мы поддерживаем демократию, вот вам миллион марок на вашу демократию. Вот вам миллиард долларов за вашу белорусскую. Это нет, да? Но немцы, они тоже интересные. Вот. Поэтому, когда сели на трубу, вот, тогда уже пошел процесс, нам надо 6-7 миллионов тонн на все, про всю белорусскую экономику. А стали покупать 22. И, в общем-то, жизнь пошла хорошо. Вот. То есть что, тупики или тупицы? Сами делайте вывод, так сказать. Или тогда власть конвертировали, они перешли от политической к экономической, так сказать, доминированию. Теперь вестернизация Беларуси. Возможно было ли вестернизация Беларуси? То есть использование технологий рыночной экономики, то есть переход к тому, чтобы были десятки, тысячи хозяйственных субъектов, которые способны вести рыночную деятельность, чтобы была конкуренция, потому что конкуренция вообще это довольно странная вещь для Беларуси. Вот у нас был представитель Всемирного банка, года 4 здесь работал, такой был. И когда уезжал, он сказал, слушай, Федор, я понял, в чем ваша проблема. Интересно, в чем проблема? 4 года был Всемирный банк. В чем проблема? Говорит, знаешь что? Вы боитесь конкуренции. Вот вы можете делать там тракторы, компании, там для Таджикистана, Туркменистана и прочее, а для себя вы боитесь. Вы мировую экономику вы боитесь и прочее. Ну, нам интересно от людей, наверное, так и есть, так? Да, ну пошло дальше, значит, идиотизация Запада.
Очень сложная вещь по самоидентификации. То есть практически все собой представляет белорусская экономика, белорусское общество. Потому что белорусская экономика – это экономика 70 предприятий, практически где-то по 80% сами. Тоже так, точно так же и по экспорту. То есть это крупные предприятия, красные директора, немножко жуликоватые, немножко, так сказать, ну, разные. Мне приходилось встречать директоров, которые говорят: слушай, за это я взяток не беру, я коммунист. Ну как? Ну, я коммунист, я не могу, например. Я коммунист, я не могу брать взятки. Ну, бывает же, что белорусские люди-то разные. Так, сохранение зависимости, службы зависимости. Да, так вот теперь то, что касается неких таких очень важных фундаментальных позиций по тому, что можно было менять в Беларуси, какие ценности, какие направления могли сработать. Значит, первое, что мы убедились уже на первых, у нас были демократические выборы в 1994 году, выборы президента Лукашенко были абсолютно демократичны. Абсолютно. И когда Кевич проиграл в первом раунде, к нему пришли разные люди, которые умеют делать все, они сказали: Вячеслав Харч, скажи только добро, и мы сделаем так, чтобы вы выиграете. И что, а что ответил Кевич? Вы понимаете, ну вот инженер, ну, нет, друзья, как народ выберет, так и будет. Если бы Лукашенко использовал такую мотивацию, это вообще смешно, да? Вот. Значит, белорусы выбирают равенство и свободу. То есть, если посмотреть на различные программы, на различные голосования, на парламентские выборы, на президентские и прочее, у белорусов более сильный синдром равенства. Я как раз говорю, что это вот объясняется тем, что еще в советское время была вот эта картина 50 на 50 примерно. Вот. Но у нас есть интересный еще пример по такой интересной самоидентификации, это Грузия. Грузия меня всегда тоже интересовала. И Грузия интересна тем, что в Грузии во время советского времени было наибольшее количество почетных званий и наград. То есть они были впереди всех, там заслуженный историк страны, там, или механизатор, или учитель. Или... Вот у них все это было. Все это было. Это как... по-моему, один из артистов великолепных, Станислав Садальский, рассказывал, как он получил звание народного артиста Грузии. Вот. Он, значит, Мишуков говорит: ты можешь меня сделать народным артистом Грузии? А он говорит: ну, Станислав, у нас нет такого звания. У нас нет такого. Ну ты же президент, да, президент. Так ты просто напиши, что я вот, так сказать, присваиваю звание народного артиста Грузии Станиславу Садальскому. Какой-то такой декрет подписал, и все. Ну, нравится, так нравится, да? Вот. И, значит, все-таки белорусы не хотят свободы. Вот это, может быть, неприятное такое замечание, но оно, в общем-то, мои коллеги-социологи, они давно меня об этом убедили. Вот. Равенство. Равенство лучше будет. Какое угодно. Равенство в бедности, равенство, так сказать, в нищете, равенство в бесправии, как хотите. Вот. Но когда стал процесс идти все-таки какой-то объективный, так сказать, объективного развития, то у нас тоже возникло несколько мифов. Вот. Что можно делать в Беларуси, скажем, Ярослав Вячеславович, молодые люди, они сторонники реформ. Я, например, предлагаю слово «реформа» вообще из белорусского языка вывести. Считать это, так сказать, ненормативной лексикой. Ты что, реформу хочешь, да? Он реформу хочет, да? Нет, а где реформа? И где ты реформу делаешь? Да, из формы делать реформу. Шикарная фраза. Где наши разные вообще? Не, ну, тут, понимаете, брать-то можно, и я с удовольствием эти вещи делал, потому что мы возвращаемся к исходной традиции белорусского народа к созданию малого бизнеса. Ведь белорусы всегда были малым бизнесом. У нас ничего большого не было, кроме иллюзий.
Ну, на самом деле, возник тоже такой миф, пошли, когда пошла компьютеризация, то Манаев, Ардабанский, мы делали анализ того, как, какие найти силы для того, чтобы сделать реформы. Что-то вот тоже какие-то были какие-то реформаторы. Что с нами случилось, какие-то реформы хотели. Вот. И тут возникла ситуация. Мы посмотрели, когда делали социологию по исследованиям, что очень была четкая корреляция. Та часть населения, у которых были домашние компьютеры, они на 90% были противниками Лукашенко. Они были сторонниками новых. Отказа от социалистических ценностей, от плановой экономики и прочее. У нас возникла тогда блестящая такая вещь. Хорошо, давайте компьютеризируем всю страну. Не пройдет еще 10 лет, как у всех будут компьютеры, Александр Григорьевич просто сам уйдет. А вторая идея тоже была интересная, это у Манаева, он такой тонкий мыслитель, социолог, ему уж так надоело, он уехал в Америку, сейчас там живет, удачно женился, жена красивая. Вот. И жена нет. Она белорусская. Я ее не знаю, вот Ярослав знает. Говорят, симпатичная женщина, так сказать. Ну, это говорят. Ну, хоть, ну, в Америке там грустно, но хоть если женщина симпатичная. Охотница за профессорами. А, она, да? Да. О, какая. Ну ладно, это, так сказать, мелочи. Ну, жизнь. И возникла такая вещь, мы смотрели тоже по динамике изменения аттитюда. Аттитюда. И выяснилось, что молодежь, она, если посмотреть на когорты разных возрастов, то чем моложе, тем она была больше такой рыночно настроенной, такой реформаторской и прочее. То есть дальше, то если они такие уже сейчас, там 19, 20, 21 год, там через 4-5 лет они займут эту нишу, следующие они будут нашей базой для движения вперед. И что вы думаете? Облом? Оказалось потом, через 5-7 лет, что те, кому было 19, были противниками Лукашенко, они стали сторонниками Лукашенко. Ну и, конечно, стали дискутировать, в чем дело. Давно разные объяснения, что дети просто решили, что надо быть адаптивнее к власти, дать возможность получить карьеру, сделать карьеру, наладить, получить. То есть они не такие идеалисты, как, ну, такие, как, скажем, Романчук, да, кто там еще. Ярослав Человеч у нас единственный, наверное, идеалист, да, нет, больше нету. Больше нету. Или если, а дети еще растут. Два мальчика идеалисты умеют, да? Но жена реалистка, по-моему. Вот. И да, ну вот то, что касается мостов и подмостков, значит, что теперь происходит? Теперь происходит то, что номенклатура, которая пришла к власти вместе с Лукашенко, она, конечно, ожидала распила собственности. Мне приходилось спрашивать уже, у нас был первый человек, это Кевич, уже после того, когда он ушел со всего, Слава, скажи, а что мне делать приватизацию? Хотя, когда он был премьер-министром, он. Ну, встречаем, говорит, вот у меня Гайдар, мой друг. Ну, не знаю, это мое личное, там, я не стал бы гордиться, что Гайдар, но мой Гайдар, мой друг. Так, у меня другое это восприятие. А по Чубайсу тоже. Я не знаю, кстати, я Чубайс получил звание доцента, нет? В Питере. Его можешь назвать доцент Чубайс? Да, еще уже. Да, значит, еще доцент Чубайс, хорошо. Ну, то поздно сделал. Не, не надо. Чубайс? Нет, ну, Чубайс, так сказать. Ну, это же... Особая порция. Да, так вот, Кибич, собственно говоря, мне отвечал так. Ну, уже время прошло, он не президент, у него пенсионер, там пенсия большая. Алексей Федорович, ты знаешь, что, конечно, я хотел делать приватизацию, но только что начинал делать, орали сразу. Орали коммунисты и орали, значит, БНР. Кричали, что вот Кибич, он тут там, что-то. Решил там всю коррупцию там развести, привести там прочее, прочее, прочее. Я говорю, ну я просто боялся, ничего не могу в отличие от всего. И, конечно, и ПНФ, и коммунисты сыграли свою роль. То есть Беларусь, вот это национальные патриоты, и коммунисты, они как-то эту страну опять взяли и усыпили, кстати, вот, до настоящего времени. Кстати, в Беларуси вот сейчас министр образования коммунист.
коммунистическое образование, он никогда не преподавал нигде, но он всегда был на идеологической работе. Бедные учителя уже плачут. Стражев тоже был коммунист. Кто? Стражев. Стражев? Вася коммунист? Конечно, по возрасту коммунист. Да не надо, он коммунист по возрасту. По возрасту хорошо. Чтобы Вася Стражев и Витя Гасенок были коммунистами. Ну это же в Советском Союзе они были. Так же, как и Кепич, тоже коммунист, и как Арсений Голубцов остался. Мы же с вами взрослые люди. Очень взрослые, к сожалению. Взрослые люди, как это... Взрослые, это хорошо. Как-то не быть коммунистом, когда тебе, так сказать, на работе приходит, как у меня было тоже. Я был деканом, значит, знаете, когда возьмешь и заполнишь карточку, и завтра в райкоме партии идет. А как? Я что идем? Говорит, коммунисты тебя принимают. Приняли прямо буквально там за 2 года до переворота. И я был настолько хорошим коммунистом, что когда в этом ВПК, там коммунистическая организация была, они наметили там райком, ЦК наметили какую-то кандидатуру секретаря профсоюзации, а на собрание говорит, нет, вот давайте Заика изберем. Знаете, он может находить компромиссы. Меня тут избирают в конце, а партия потом развалилась через месяц, на 2-3 избирают, головой. Это вообще ни словом, ни духом, я не вижу. Зачем? Я коммунист, да? И Ибн коммунист какой-то? Никогда. Хотя марксистское мировоззрение, я считаю, оно имеет право на существование, как любое другое, так сказать. Проблема наша вот в чем заключалась еще, что в отличие от стран с нормальным типологией развития, ведь там на кафедрах преподают, читают лекции, кейнсианцы, и либералы, там, и институционалисты, и прочее, прочее. У нас всегда было монистическое, так сказать, такая определенность, только лишь марксистская политэкономия, там, философия и прочее. То есть вот на сегодняшний день один из таких важных шагов, если делать по системе образования, это введение, скажем, такого матричного подхода, когда на кафедрах будут спокойно работать и либералы, и коммунисты, и еще социал-демократы. Важно, чтобы было профессиональное преподавание. Не важно, как ты там. Ну, у тебя есть убеждения, это хорошо. Но твои студенты, люди должны знать, собственно, как формируется сама матрица экономических процессов, какие существуют, какие налоги, так сказать, являются объективными, эффективными. Но ведь удалось же многое сделать. Даже в условиях вот этого нашего манифактурного коммунизма. Вот, скажем, удалось сделать плоские налоги. Где-то 12 лет об этом трендели, вот с романтичным там, чеком. И вы знаете, что ввели. Но у нас был какой подход? У нас был подход 10%. Пускай будет обучение 10%. Вот, и даже придумал такую форму. Приезжай в Беларусь, ты попадаешь в 10%. Лукашенко готов был. Я просто не знал, там надо было как-то, наверное, быть в Минске. Он пригласил людей, так сказать, из разных мест, и он готов был к 10%, и если кто, Министерство финансов, там, министры и прочее, ну, они боялись, что с бюджетом плохо, они его уговорили, там, даже, сколько, 12%? 12, еще 13. 13%. Ну, это серьезно, потому что все-таки пошли, наверное, пошли. Ну вот пошли на деноминацию. Что еще можно считать заслугой определенной? Что еще можно? А вот национальная платформа тоже она пошла, стали обсуждать. И как-то даже, я, например, вообще был уверен, что на нее будут так махать рукой. А тут что-то не зашевелились. Но это как раз, может, особенность того, что при Лукашенко номенклатура ничего не получила, она не раздербанила общественную собственность, и они уже готовы, сидят на чемоданах. Поколение Лукашенко, они уже пенсионеры. У нас вообще замечательное вокруг окружение. Владимир Владимирович пенсионер, кстати, Назарбаев пенсионер, Лукашенко пенсионер, клуб пенсионеров. Им так нравится, так сказать, вот пенсионеры, что, конечно, надо бы им помочь как-то.
отдохнуть, набраться сил, как следующий. Ну и завершая по времени, я уже не хотел бы затягивать, потому что воскресная проповедь, вот то, что я делаю, она должна быть оптимистичная. Понимаете, оптимизм, давайте, они пенсионеры, а до 65 лет у нас и в России доживает 47% мужчин. Это счастливые пенсионеры. За кого я тогда живу сейчас? Возьмите еще 2-3 кейса. Андрей Александрович, мы с вами как раз демонстрируем блестящий пример того, как можно все послать нафиг и при этом еще жить. Поэтому пойдет процесс тоже изменений. Вот я говорил про эти точки бифуркации 12 лет. И я не считаю, что это будет какой-то ламинантный процесс идти, что будет все как-то логично укладываться. С точки зрения, скажем, каких-то технологий, ситуационных моментов, ну, есть возможность Лукашенко снимать это Кремль, он вполне может это сделать, так, при наличии желания, пока он не решил это делать. Вот. А второй вариант, он наиболее перспективный, это не я придумал, это мы с коллегами, нам делать нечего, мы сидим там где-то, там, в Варшаве, там, где-то за границей, обсуждаем на конференциях, нас там слушают, что-то записывают, там, прочее. Интересно, необычайно, там кофе пьем. И это модель номенклатурного переворота. Да, в области не будет какой-то массовый, там, или при помощи выборов, изменения ситуации, достаточно, скажем, принципиально, там, это номенклатурный переворот. И Лукашенко это понимает. А при номенклатурном перевороте какая самая большая опасность? От кого исходит? От водителя. От кого? От водителя. От Туркменистана. От зубного врача. А, кстати, я в Туркменистане, когда пришел стоматолог к власти, он отменил все налоги для стоматологов. Мне вот это понравилось. Человек прямо понимает свою задачу. Группа интересов. Я думаю, что я сразу бы сделал день бухгалтера. Анатолий Александрович, а представляете, если такой, как вы, пришел бы, он врач-гинеколог? Что бы он сделал тогда? Мужчин бы обязал. Да, всех мужчин в эту консультацию уже разрешаю. Да, поэтому номенклатурный переворот и, собственно говоря, самая большая опасность исходит обычно от премьера. Потому что премьер-министр, это вероятность, кандидаты, всех на. Ну, в последнее время я стал писать, что вообще не надо валять дурака, надо Александру Григорьевичу назначить неисторическим президентом, ну, я более мягко, там, наука в разной форме, о том, что надо Белоруссии вот этот президентский пост оставить в истории. То есть вот пускай Александр Григорьевич был первым, последним. Единственным. Лидер нации. Да. Лидер нации должен быть. Нет, ну это не про. Ну, кстати, мои русские коллеги, они предлагали стать ему Дэн Сяопином. Я потом спрашиваю, они, а тут не поняли? Григорьевич не понял, что Дэн Сяопин чего? Он и так. Он его просто не знает. Так хорошо, на лыжах бегает, да. Вот. Поэтому надо отказываться от президентского, так сказать, поста, да. Ну, нормальную парламентскую республику с продажными министрами, продажным премьер-министром, с нормальным бизнесом и с нормальными умными людьми. Потому что, в принципе, даже вот так чисто статистически, так что времени много, говорят, в принципе, в отличие от Андрея Николаевича, я не был президентским советником. Они хотели, да. Нет, понимаете, мы не могли. Вот. И... Ну, в партию уже пошел? В партию-то сходил, а что ж президентские советники нет, Леонид Федорович? Нет, ну, извините, в партию мне сказали, занесли его. И в райком партии там тебя будут принимать. Зайди. А я скажу, я не хочу в партию, да я декану буду, я не хочу в партию. Ну, как, понимаете, ну, это, опять же, слишком интеллигентность такая дурная. А вот, нет, не буду я в партию, не пойду. Вот. Уж извините, да, допустим. Вот. И практически, конечно,
Я думаю, что белорусская часть белорусской интеллигенции, часть элиты, она все-таки консолидируется, она растет, она умнеет, и глядя вот на лица присутствующих, я тоже хочу сказать, что этот процесс идет. Даже власть сама уже согласилась на то, чтобы бизнесмены пошли работать в правительство. Когда Макеев был главой администрации, мы на эту тему с ним говорили, я что за проблема? Ну возьмите хотя бы там 3-5 бизнесменов, которые так сказать, обладают ярким талантом. Хотя бы вводите вот этот принцип 100. 100 примерно новых фигур, включая данных. Мы желаем, так сказать, но пока там что-то не приходило. И, кстати, я той же самой администрации президента, сколько они власти были, они говорят, ну, слушай, ну что в правительстве делать? Говорит, что ты знаешь, кто у нас в правительстве? Что ты от них хочешь? Ничего не хочу. Следующий момент, уже недавно был правительство. Давайте пригласим, это был общественный консультативный совет, давайте пригласим правительство на встречу. И тот же самый был администратор, был Макеев. Говорит, друзья мои, это бесполезно. Они вам такое расскажут, у них там все хорошо. Что вы хотите от них? Ничего от них не хотим. Так, все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Я решил такого вопроса, это очень важно, потому что в контексте того, что мы учимся и от России, и Украины, вот Андрей Николаевич не даст соврать, есть проблема в России с ислибом, да? Системы либералы, тоже Чубайс, те же люди, которые там Кудрин, и так далее, которые там вроде бы какие-то вещи говорят правильно, вроде бы там блокчейн слово выучили, и так далее, да? И у нас вот всегда есть такой вот тоже моральный, интеллектуальный вызов адвокаси. Вот мы, группа, которая делает, например, платформу бизнеса вместе, все вместе делаем, мы делаем какие-то предложения, связанные с законом о приватизации, налоговой реформой и все прочее. Там, Андрей делает там с этим фильм. И вот представляете, придет сюжет, вот, реально. Человек скажет, ну давайте, там, 5 вам постов, творите. Гипотетически. Как избежать опасности или того развития сюжета, который в России есть, когда они легли под эту матрицу и стали делать абсолютно нереформаторские, злые там, и плохие дела. Как избежать той матрицы, которая есть в Украине, когда там Порошенко все там с флагами, европейцы на самом деле прикрывают от олигарха. Грубо говоря, вот угроза не от хардлайнеров, там, от инженеров, сантехников, которые есть, а от тех людей, которые будут там, условно, вот Рубас, да, образованный парень, все, я вот там, так, на 4 там, первый вице-премьер, или там глава Нацбанка. И как бы угрозы скатывания их в контекст вот такого сислипов, людей, которые отличаются от коммунистических хардлайнеров, но одновременно они понятны и принятны там для Всемирного банка МФФ, он существует. Вот, либо мы уйдем туда, да, и пробиваем эту как бы брешь такую, либо, собственно, мы требуем какого-то как бы полномочий, что вот одной из угроз, которые мы сами уже напоролись на это, да, когда мы делаем какие-то документы, нас приглашают в рабочие группы, а потом, когда ты сделал свою работу, говорят, спасибо большое, валите, а мы тут сами что-то будем делать. Что дальше с людьми хотели? Не, ну вам стали валить, потому что вы такой экстремистски настроенный либерал, понимаете? Не только мне, Лиле сказали, Науму сказали, там, Какунину сказали. Но всем сказали? Видите, Лиле никому не пожаловали. И показали, да, вот так. Вы никому не пожаловали, да? Вот. Поэтому это вообще были такие демонстрационные вещи. Здесь серьезно ничего не шло, по идее, да? Ну, как мне кажется. Но на основании своего личного опыта и, так сказать, какой-то жизненной такой оценки, я хочу сказать, что все, что я говорю, Лукашенко все сделал. Запустил производство. Не надо, были серьезные вещи. Я вам даже хочу сказать, что была такая вещь, как отмена налога на лошадиные силы. Вот когда в Беларуси меня попросили, слушай, надо что-то Лукашенко предложить на 1 мая, что-то такое, чтобы он сразу это понял и сразу сделал. Ну, написал, все, они положили на стол, что отменяется налог на автомобилистов, на лошадиные силы. Я пример привел, так сказать, в Германии, там, надо израбатывать. Его потом по-другому ввели. Опять ввели еще больше. Так вот,
Друзья мои дорогие, конечно, надо было после этого мне пойти премьер-министром работать, я с вами согласен, на вопросы Ярослава, да, отвечаю. Лукашенко вполне внятно принимает все разумные вещи. На сегодняшний день в правительстве кругом с ним никто не спорит. Вот то, что я знаю, вот он что-то говорит, они сидят, все так вот сидят. И вдруг они все смотрят, вот эти, им раздают блокнотики. Они так смотрят блокнотики и все записывают. Нет, как смотрите, сидят. А здесь хоть а ему надо делать, тем не менее, да, национальная программа бизнеса отменила 26 2020 года. Это все равно результат, но это не Юрий Ивановна, меня это вообще поразило, что национальная платформа бизнеса вдруг стала менять вот эту красно-зеленую, любимую вот такую вот. И таких результатов очень много. Много. Не ли, так вопрос в том, что, понимаешь, я просто хочу сейчас, чтобы друзья... Более серьезный. Это очень серьезный момент. Потому что, вот, Андрей Николаевич, просто из вашего опыта, потому что вы в этой проблеме уже лет, там, наверное, 15, да? И у вас то же самое, наверное, дилемма была там в конце 90-х, и вы приняли одно решение. И потом вы столкнулись с ситуацией, там, 2006 год и выше, когда, собственно, вот это вот встраивание системы произошло не со стороны, там, Зюганова, там, Жириновского, все прочие, со стороны тех людей, ну, которые, собственно, вот, прагматичны были и говорили, ну вот мы туда придем, и мы все сделаем типа хорошо. Вот какие нам рекомендации вы бы выразили, с этой точки зрения? Первая рекомендация, вот давайте инсайдер спросим. Ну да, да, надо. Я тоже вопрос. Вот вы знаете, что вот это и то, что сказал Леонид Федорович, и то, что, о чем сейчас говорит Ярослав, позволяет привлечь внимание вот к одной проблеме, очень серьезной проблеме. Значит, вот Леонид Федорович немножко лукавил, конечно, перед вами, когда он говорит, что он не был советником. На самом деле, он реально был советником, и потому что он реально сделал, он сделал там не меньше, чем другие официальные советники, находившиеся во власти рядом с авторитарным лидером, а в некотором отношении гораздо больше, потому что если посмотреть, что там сделали официальные советники, которые находились в администрации рядом с Лукашенко, и что сделал, не находясь в администрации, вот просто по списку, там Леонид Федорович мемуар напишет и расскажет просто, что, просто хотя бы список составит, то просто становится ясно, что сделано гораздо больше. Вот. И это показывает, с одной стороны, относительный успех, как бы сказать, как мы говорим, умные евреи при губернаторе, которые как, дают советы. И губернатор, хотя он как бы там может быть из колхоза или совхоза, но тем не менее достаточно сообразительно, чтобы хорошие идеи подхватить и осуществить, пользуясь своим ресурсом, пользуясь своей властью. И это вот и примеры там Леонида Федоровича, примеры из моей жизни, да, то есть как бы тоже, и, видимо, таких примеров тоже можно привести. Это показывает возможности того, что можно сделать при авторитарном лидере, который значит, как бы не обращает внимания на свое окружение, не обращает внимания на официальные институты, которые существуют, ни на коммунистов, ни там, ни на кого, просто он вот это проводит. Это показывает и возможности, и ограничения, потому что это ограничение того, что этот авторитарный лидер, вот эти идеи, там, вот на 1 мая он возьмет эту идею, а на 7 ноября уже не будет, ну, вот так грубо говоря, а вот сейчас ему это нужно, а потом говорит, да нет, все вроде нормально, а что я буду делать, зачем это нужно? И до следующего кризиса или там до следующей ситуации. Вот. И если мы говорим, понятно, что авторитарный режим рано или поздно закончится. И может закончиться гораздо раньше, чем мы все думаем. Конечно, сейчас, когда мы все живем там 20 с лишним лет при этом, то, конечно, все внимание инстинктивно сосредоточено именно на этом, как бы с этим справиться. Но тем не менее, все равно, рано или поздно это закончится. Закончится в Беларуси, закончится в России. И тогда, когда не будет авторитарного лидера, а будет вот тот самый замечательный, я просто, мне настолько нравится эта идея, пусть у нас будут коррумпированные премьер-министры, коррумпированное правительство, и значит мы будем им делать, будет нормальная как бы такая демократическая ситуация, и что тогда возникнет? Тогда возникнет ситуация гораздо более сложная на самом деле, гораздо более тяжелая, чем та, которая даже сейчас вот, наблюдается, как не покажется это странным. Потому что это произойдет вот то, о чем говорит Ярослав, потому что тогда, ну как бы не совсем к власти в прямом смысле этого слова, хотя и к власти может быть, но вот в широком смысле власти, средства массовой информации, образовательная система, в большой степени даже бизнес, потому что бизнес как бы слушает идеи там неверные. И вот он говорит, подождите, да нет, ну а что нам нужно делать? Ну у нас же там климатические изменения, давайте бороться с климатическими изменениями.
мы там в Беларуси, развитие. Да, или в Камбодже будем с климатическими изменениями, или там за устойчивое развитие, или там, значит, за индекс счастья. Ну, вот такие традиционные вот мифы, которые предложены тем, что можно сказать, международным классом сислибов, не только там российским, а международным классом сислибов предлагается, который очень легко воспринимается, почти как бы естественно, там, в кавычках. Либо я бы к ним не сказал, они же не играли. Вот, нет, но я говорю, ну вот, вот в кавычках, я да, да, интернациональные такие. Нет, потому что они как бы за все хорошее, они же не за все хорошее. И вот тогда возникает на самом деле гораздо более серьезная проблема, потому что даже вот я скажу как бы по нашему российскому опыту, иной раз думаешь, а вот кто представляет даже в нынешней, сегодняшней России наиболее серьезную стратегическую проблему? Путин со своими странными, мягко скажем, идеями? Или та система, вот, которая реально существует, которая ним не тронута, которая на самом деле при нем гораздо более укрепилась, усилилась и занимает на самом деле ключевые позиции практически в значительной части общества? То есть скажем так, вот, если бы у Путина не было там внешних агрессий, вот, внешние, там, он бы не представлял бы угрозу миру, вот можно было тогда вообще даже не можно было бы не спорить, поскольку он еще представляет угрозу миру, тогда другая ситуация. Но вот если представить, что у него нет как бы агрессивной части, а если там только вот он мучает российский народ, то тогда встал вопрос, кто больше мучает внутренне, Путин или сислибы? Это совершенно однозначно. Сислибы нанесли несравнимо больший ущерб внутри страны, чем Путин. Вот это на самом деле кажется таким невероятным, но это действительно так. И то, что у вас еще не произошло, но с высокой вероятностью может произойти, после того, как закончится ваш авторитарный режим, и возникнет вот многие люди, которые сейчас такие не до конца, может быть, проявляются, а потом они проявятся. И вот это составит гораздо более серьезную, стратегическую, долгосрочную проблему. И вот на самом деле вот то, что тоже в Украине происходит, на самом деле вот, идет как раз процесс консолидации, и хотя там все это такая, вот, кажется, вроде такая каша, а на самом деле в большой степени то, что вот Михаил вчера показывал, это на самом деле в том числе свидетельство глубокой укорененности целого ряда такого мифов, которые в разной форме, тем не менее, воспроизводятся и приносятся, и приносятся. Вот, поэтому вот в долгосрочном плане, если не говорить о среднесрочном, вот это, конечно, представляет гораздо более серьезные проблемы. То есть вот, идентификация тех людей, которые потенциально могут составить эту угрозу, вот этот клан, сделать это очень важно, и противодействие, грубо говоря, превентивная мера для того, чтобы они не превратились в тот класс, который вот, составляет угрозу, в том числе России. Это очень важно.